Добрый день, уважаемые подписчики, рад вновь приветствовать вас на своем канале Реально Вот Все. Сегодня мы с вами продолжаем обзор наиболее перспективных проектов и продолжаем говорить о таком проекте, как Моза. В прошлой части обзора напомню, что мы поговорили непосредственно о том, что данный проект себя представляет. Сегодня я хочу продолжить разговор о проекте Моза тем, что рассмотреть непосредственно этапы распродажи токенов. А сразу же хочется отметить, что на данный момент собрано уже 31 миллион долларов, это довольно серьезная сумма. Харка проект составляет 42 миллиона долларов. SoftCap проекта составлял 20 миллионов долларов, и, как вы понимаете, он успешно собран. Этап распродажи будет дан старт ему 23 июля и продлится он до 30 июля. Но сразу же говорю, скорее всего, все токены будут распроданы за несколько дней, поэтому рекомендуется инвестировать в проект как можно скорее. А для того, чтобы непосредственно приступить к инвестициям в проект, необходимо нажать «Register for Crowd Sale». Здесь у вас, если вы еще не зарегистрированы, откроется форма регистрации, в которой необходимо будет указать свой email, на который придет письмо с подтверждением, после чего вам будет доступен личный кабинет. Если уже вы прошли регистрацию, как я, то вам сразу же будет доступен личный кабинет. Здесь у вас будет указано количество ваших моза, здесь указана информация, чего вы хотите приобрести, с помощью чего, и доллары, возможно, сингапурский доллар, и еще несколько валют. Здесь самый обычный это эфириум. Как видите, за один эфириум вы получаете 5720 моза. Довольно-таки хороший показатель. Здесь также вы указываете свой эфириум кошелек. Сейчас я для примера покажу вам, как это указывается. Вот, как видите, вот здесь вводите свой кошелек, нажимаете Save. Все, ваш кошелек подтвержден. Далее у вас уже вся информация по инвестициям есть. То есть нажимаете, например, хотите инвестировать один эфириум, нажимаете Buy Moza. И здесь как раз выходит информация, то что видите, что crowd sale countdown через 3 дня, то есть на данный момент вы не можете инвестировать, пока не начнем следующий этап распродажи. Ну, это, я думаю, вам понятно. Также то же самое с биткоином, указываете сумму, нажимаете, например, здесь также нам будет request BTC адрес, вот здесь у вас будет адрес для инвестиций в биткоинах. Его указываете, на него переводите средства, один биткоин, например, вы получаете 80 токенов моза. Ну, я думаю, в этом плане понятно. И то же самое с обычной валютой, например, доллары. Хотите купить на 1000 долларов, получаете 12222 токена. И здесь реквизиты для непосредственной инвестиции. Ну, я думаю, здесь в этом плане вам все понятно и проблем возникнуть не должно. А на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели данную часть обзора. Дальше мы будем говорить еще о команде проекта, о roadmap, о white paper и так далее. Всего доброго и до новых встреч.